Дебютант высшей лиги чемпионата России «Алтполитех». Для многих команд в этом сезоне мальчик для битья. Наш клуб замыкает турнирную таблицу с 2 победами и 12 поражениями. В команде говорят, это наш первый сезон, мы только учимся. Мы команда-дебютант, это изначально было понятно, что нам будет тяжело. Каждое очко нам дается неимоверно сложно. Я думаю, для первого сезона 7 очков набрать – это уже неплохо. Без очков вышел и очередной домашний тур. Новосибирскому «Триумфу» мы бой дали, но победу не одержали. 9-5. Уверенно гости забрали свои очки. А во втором поединке против «Сибтранзита» и вовсе сделать ничего не смогли. 1-5. Крупное поражение хозяев. После таких матчей понимаешь, насколько много работы у нашего вратаря. Чем больше работы, тем интереснее, не знаю, как бы в целом. Доказываешь свою роль в команде, то, что ты нужен, тебя партнеры ценят. Теперь «Алтполитех» отправится в Новосибирск на игры против «Ямала» и «Тюмени». На своем родном паркете игроки будут играть в футбол теперь только в следующем сезоне. Дмитрий Дроздов, «День с толком».